Всех приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Марк Марцинковский. Это 6-й видеоурок. И этот урок будет одним из самых важных. Почему? Потому что все, что вы проделали до этого, все те шаги, которые вы уже совершили, которые вы уже сделали, обязательно должны вас вытолкнуть на принципиально новый уровень лидерства в компании Global Intergold. Да потому что я крутой. У любого абсолютно человека, в любом бизнесе есть такое понятие, как яма. Что это такое? Когда вы теряете мотивацию, когда у вас опускаются руки, когда вам не хочется ничего делать, когда вам кажется, что у вас буквально все пропало. Шеф, все пропало, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Вот все пропало, ничего не хочется, нет энергии, нет сил. Все закончилось, люди новые не идут. То есть бывает такой период. Это абсолютно нормально, абсолютно у всех, как у новичков, так и у лидеров. Но почему я вставляю именно это в 6-й урок, а не в самом начале? Потому что в основном лидеры, когда имеют уже некий авторитет, когда они уже чего-то добились, у них сразу начинает идти некое сомнение. У них сразу опускаются руки, и они тем самым показывают пример своей команде, что они сливаются. Ты слился? Что у них все плохо. И тем самым это как вирус, понимаете? Заражается вся команда, заражается вся ветка. А цель нашего бизнеса и цель лидерства именно нашу команду заряжать, понимаете? Вот заряжать. Потому что это как болото, да? Вот если вы встали и начинаете просто стоять, то есть не выбираться из него, вас засосет. Понимаете, поэтому нужно постоянно делать шаг. Вот, поэтому, дорогие друзья, что такое еще раз яма? Это некие проблемы, некие эмоциональные проблемы, некая депрессия, некие сомнения. Меня опять терзают смутные сомнения. И вот в этот период, именно в этот период, как раз-таки формируется лидер от нелидера. Именно лидер, он на это смотрит очень позитивно. Он понимает, что это обычная часть жизни. Как в семейных отношениях бывают проблемы, как на, не знаю, в спорте возьмите, да, человек получает травму, долгое время может не тренироваться, потом начать тренироваться и стать еще намного сильнее, лучше, успешнее и мощнее. То есть и в нашем бизнесе то же самое. Именно в самый сложный период, когда, грубо говоря, вас в спортзале, да, вы поднимаете большие веса, перед этим вам нужно начинать с маленьких. И чтобы подойти действительно к большому какому-то грандиозному весу, вам нужно пройти очень-очень много и проблемы, и болезни, там, правильное питание и так далее, и так далее. В нашем бизнесе абсолютно любой человек сталкивается с этой проблематикой, именно психологической в первую очередь. Итак, как из нее выйти? Самое важное – это просто знать то, о чем я сейчас говорю. Просто знать, что это настанет абсолютно у каждого. И ваша основная задача в этот период – не опускать руки, а действовать в 3, в 5, в 10 раз активнее. Концентрироваться на бизнесе и бомбить, мочить и не сдаваться. Это самый ключевой момент. Настоящий лидер, настоящий успешный человек, он никогда не сдается. Он всегда идет до победы, всегда идет до конца, даже несмотря на то, что у него внутри может всего просто разрывать. Ну, может быть плохо, ему он может быть внутри испытывает такие ощущения, как будто у него умерло несколько родных человек, но несмотря на это, понимаете, он с каменным абсолютно лицом, с уверенным взглядом идет и добивается успеха. Вот ваша задача знать, что любая сложность, любая яма, которая происходит в вашей жизни, она лишь шаг, лишь тренажер, который сделает вас сильнее в сотню, в тысячу, в миллион раз. Поэтому испытывайте всегда радость, когда наступает некая сложность. Испытывайте всегда позитивные эмоции, когда у вас внутри начинаются эти проблемы. Позитивно я понимаю, что это очень сложно сделать, но именно конкретное действие, именно конкретный шаг, конкретное рвение в бой и преодолевание этих сложностей сформирует у вас настоящего героя, настоящего лидера, настоящего успешного человека, который в итоге и станет самым сильным в этом бизнесе. Это был 6-й урок. С вами был Марк Марцинковский. Пока. We'll be right back.